уровень с AliExpress. Конечно, обманщик уровень. По пузырькам, если еще более-менее. Кнопка включения включаем. Обнуляем, нажимая Zero. Вот, даже не обнуляется до конца. Это кнопка, которая замирает все. Останавливается замеры все. Включаем ее. Это кнопка изменения. Сейчас вот стоят у нас градусы. Проценты. Миллиметры на метр. Футы. И опять градусы. Если у нас сейчас получается 0,1 градуса показывает, попробуем обнулить его. Не обнуляется. Ну вот 0,1, вот по нулям стоит. Переворачиваем. Смотрим. Здесь получается 80 градусов. То есть нет угла 90 градусов. Так ставим. Вообще погода показывает 64 градуса. Теперь уже 0,3 градуса. Если вот так развернуть, выключился вообще. Обнуляем. По нулям. Глазок как бы вроде бы ровно стоит. Переворачиваем в это же место. Здесь уже погрешность идет. 0,6 градуса. Стрелочки, которые показывают, куда уходит уровень. Вот так поднимаем, он еще больше уходит. Вот этот глазок показывает 80 градусов. А если его на бок ложишь, то пишет ошибка.